Финал конкурса инновационных проектов по программе «Умник-2016» проходит в Нижнем Новгороде. Его участники – молодые ученые, чьи разработки оценивают экспертное региональное жюри. С этого года все проекты забиваются онлайн сначала на платформе фонда содействия инновациям, потом проходит определенное количество аккредитованных мероприятий, обычно на площадках наших ведущих вузов по отбору полуфинальному таких подобных проектов по 5 направлениям основным, и потом проводится финальный отбор. Проект участников затрагивает сферы информационных технологий, медицины будущего, современных материалов и технологий их создания, новых приборов и аппаратных комплексов и биотехнологий. Отличие нынешнего конкурса от предыдущих в том, что он направлен на коммерциализацию инновационных проектов. Те проекты, которые мы сегодня будем представлять, это наши будущие, скажем так, потенциальные, ну не то чтобы клиенты, но потенциальные люди, в которых мы будем инвестировать. То есть люди на ранних стадиях оценивают некие технологические новшества и пытаются доказать то, что они осуществимы. Этот конкурс потенциально интересен нам как инвесторам, как инвестиционному фонду. И хотелось бы отметить, что это очень здорово, что появилась такая площадка, как технопарк Анкудиновка, в котором консолидируется вся инновационная венчурная инфраструктура. Здесь, на этой площадке, мы можем смотреть эти проекты, мы можем поработать с ними. Эти проекты могут разместиться здесь, в технопарке, и развиваться вместе. И очень важно, что это развитие идет именно в среде вот этой инфраструктуры инновационного развития. Цель конкурса «Умник» заключается в государственной поддержке молодых ученых, которые стремятся реализовать себя через инновационную деятельность. В Нижегородской области существует целая система поддержек, то есть и меры поддержки, они оказываются на системном уровне. Конкурс – это одна из тех основополагающих мер поддержки, которая позволяет юным участникам, участник, который состоялся, проявить себя. Победители программы «Умник-2016» Фонд содействия инновациям объявит по результатам всех региональных финальных испытаний в Российской Федерации. Молодые ученые получат гранты в размере 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ. От Нижегородской области на такие меры финансовой поддержки претендуют около 20 разработок.